Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пичев. Перед просмотром поставьте лайк, комментарий, ставьте мне, буду снимать для вас видео. Что-то у меня сегодня камера опять глючит. Сегодня у нас ритуал мать де аква, то есть мать воды или колунга, отворот или развести пару, так сказать, да? То есть камера у меня все наклоняется и наклоняется, все ниже сегодня. Вот, ну символ в принципе виден, тут несложно его отличить, увидеть. Что нам понадобится в любую субботу или во вторник? Нам понадобится две синие темные свечи, на которых именно опишем. Вот. А стакан воды лучше речной или уличной, или колодечной. А данная, как говорится, фирма срисуем. Вот. Наносим на ткань синюю лучше, конечно же. Вот. Дальше мы... Естественно, когда нанесли, если есть сигареты, сигаретами курить, предложить подношения ракообразные или рыбу, как говорится, в дар. И пиво, как говорится. Наливаем, ставим в центр. Если есть данные, то, естественно, наносим мы это на свечи. Заливаем сюда воду с уксусом и соль. Вот. То есть свечи нужно поставить, наплавить, как говорится, и поставить. Зажигаем, естественно, свечи и просим, как говорится, мать воды или, как говорится, колонку, развести данную пару. Вот, четко визуализируем, это происходит. Свечи догорают до конца. Вот, потом вы, естественно, подношение пива или какие подношения дары несли, вы относите это к реке. Огарки свечей тоже в реку кидаем, как говорится, или в водоем поблизости. Вот, естественно, визуализируем, своими словами просим развести данную пару и, как говорится, получаем результат. Ну что ж, всем удачи, успехов, с вами был Александр Чув, ставьте лайк, комментируйте, пусть удачи.